Вот она! Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Где серебряный ларец? Отдай его. В безопасности. Не у тебя. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии. Теперь мое дело – остановить его, пока не поздно. Thank you.
Лара! Я так волновался. Конец. Всему. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю, он надеется искоренить грех и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них, найти серебряный ларец. Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти, только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь! Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка! Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и Тринити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай.